выше выдергивай. Че такое? Как я упал? Привет всем, меня зовут Георгий Размадзе, я пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу, победитель Кубка мира по джиу-джитсу, спортсмен клуба Ludus Alliance. И мы сегодня рассмотрим три варианта бросания, потом заново. Бросок начинается с классического захвата. Моя задача взять левой рукой захват под локоть, таким образом, чтобы его локоть прямо загрузить, выключить локоть. Дальше я левой рукой немножко натягиваю на себя, правую руку выношу сверху и плечом гружу его плечо. Чтобы руку нагрузить вниз и рукой пролезть в ногу, достаточно плечом, корпусом и рукой его локоть немножко дать направление наверх. И потом сразу же рукой нагрузить вниз. Прихожу к ноге, гружу прям плотно, сильно. Левое колено перекрывая его правую пятку. Таким образом. Раз. Головой упираюсь под коленный сгиб. И делаю раскручивающее движение телом. И по инерции выхожу на соперника. Без паузы делаю все бросок. Рассмотрим второй вариант броска с этого же захвата. Локоть беру. Плотно нагружаю на себя, растягиваю, рукой вывожу, плечо раскручиваю, гружу вниз. Перекрываю. Соперник чувствует, что бросаю назад и левой ногой шагает вперед. В данном случае мне неудобно его бросить соперника в ту направление, потому что головой не смогу дотянуться до его ноги. Поэтому я поднимаю ногу наверх, левую, сажусь и делаю бросок кувырком назад. Рассмотрим третий вариант броска с этого же захвата. Локоть на себя, руку ввожу, начинаю грузить соперника. Соперник немножко руку выдергивает. И чтобы не потерять бросок, я двумя руками бедро его правое прижимаю к себе вместе с рукой. Правой ногой немножко подшагиваю в него и начинаю вытаскивать наверх ногами. Приходите тренироваться в наш сал Ludus Войковска и подписывайтесь на канал Blood and Sweat. Посечку изнутри захватом ноги, продолжение комбинации ее развития. Ассистировать не будет Руслан Гурев, синий пояс бразильского джиу-джитсу, Old School Samba для БЖ. Когда отрываю захват, беру захват за кимоно, второй рукой